Приветствую вас, понимаю ваши чувства, понимаю ваши переживания, вашу боль понимаю. И могу сказать так, что, конечно, мужчина поступил не очень хорошо тем, что целовался с другой женщиной, когда вашему браку не было еще года. Но, понимаете, в чем дело? Если мужчина сейчас ведет себя с вами хорошо, идеально, если не изменяет вам, не смотрит на сторону, да, не стремится к тому, чтобы изменить более серьезно. Если любит вас, любит дочь, то, что он сделал, можно списать на его адаптацию к семейной жизни. То есть человек в какой-то момент, возможно, ощутил себя несвободным и дал волю собственной слабости. Если это так, то он только лишь понял, судя по тому, что с вами остался, он только лишь понял, что вы ему дороже всего, ведь он остался с вами. И если человек раскаивается, то воспринимать это нужно как ошибку, как его мимолетное увлечение, которое ни к чему серьезному не привело. Конечно, понимаю, что вам тяжело. Конечно, понимаю, что вы чувствуете себя униженным. Но, как вы думаете, мужчина вас любит, а вы мужчину любите? Если ответы на эти вопросы у вас положительные, то тогда необходимо постараться забыть прошлое, вам работать над своей самооценкой, вам поднимать свою уверенность в себе и стараться дать мужу то, что ему нужно, то, что он хочет. То, что ему необходимо, то, в чем он нуждается. И тогда таких моментов будет у вас строго равно нулю. Потому что человеку не будет нужды, не будет необходимости искать чего-то на стороне, если все, что ему нужно, вы даете ему сам. И поэтому отношения необходимо строить вместе. Отношения необходимо строить самостоятельно, но только при условии, если мужчина раскаивается, если мужчина просит у вас прощения, если он обещает, так больше не делать. Если такого обещания у него нет, если он не очень сильно раскаивается, не очень стремится завоевать ваше доверие вновь, то тогда, конечно, этот человек не совсем надежный, он не понимает ценность семьи, не понимает ценность супруги, и тогда с ним вам, наверное, больше не по пути. Но и в этом случае не стоит спешить, потому что для начала нужно просто показать, что вы ему не принадлежите целиком, вы не его вещь. У вас есть свои интересы, у вас есть своя гордость, свое самомнение и прочее, и что вы не будете терпеть такого поведения. Показать это можно по-разному, начиная от безразличия и холодности, и заканчивая уходом от него на другую жилплощадь, так, чтобы он остался один, и чтобы понял, что он потерял и кого. И вот тогда мужчина, может быть, пересмотрит свое отношение к вам и начнет вами действительно дорожить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Обязательно помните, что вам нужно жить хотя бы ради ребенка, потому что маленький человечек зависит от вас, и ему нужна счастливая мама. Вам нужно определить, что вам сейчас не хватает для счастья, как можно более детально, подробно это разобрать хотя бы для себя, чтобы быть счастливой
и сделать счастливым ребенка. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.